Так, вот, товарищи, мы с вами рассмотрели вопрос о прогрессе и регрессе, и даже затронули вопрос о носителях прогресса и носителях регресса, то есть о тех людях, которые не в порядке исключений, а в порядке правила действуют в этом направлении. Хотя правил не бывает без исключений. Но все-таки что главное в человеке? Или он поддерживает регресс, или он поддерживает прогресс. Причем этот прогресс в каком обществе может идти регресс? В любом. Вот в буржуазном обществе идет прогресс или нет? Конечно, идет. Производительные силы развиваются. Средства производства совершенствуются. Прогресс идет. А в буржуазном обществе идет регресс? Идет. И я наоборот говорю, что в буржуазном обществе знает что, а в социалистическом не все знают. Я вот рассказывал, что и в социалистическом идет регресс. И если вы этого не видите, то вы не сможете и прогресс осуществлять через некоторое время. Поэтому забывать об этом нельзя. Но вот некоторые товарищи, так сказать, пропускают эти моменты и начинают сразу говорить, вот у нас революция скоро будет там или еще что-нибудь. А об эволюции говорится меньше. А почему у нас такие люди все великие, они сразу совершают революцию. Когда это революция в истории, это правило или редкость? Ну, редкость. Ну, сколько может быть вообще революции? Давайте посчитаем. Давайте считать. Сколько у нас формаций может быть вообще? Ну, если по-крупному считать, всего три. Первобытный, общинный коммунизм. Раз. Его отрицание в виде рабовладельческого, феодального и капиталистического строя, и затем отрицание с учетом всего того богатства, которое накоплено человечеством в рамках частно-собственнических формаций. Так? Ну, если более, так сказать, дробно, то 5 формаций, а следовательно, революции 4. 4. Причем они не похожи, эти революции. Посмотрите, вот, скажем, первобытный общинный коммунизм превращается в рабовладение. Ну, Зимнего дворца нет, Смольного нет. Что это за революция такая? Причем в результате этой революции были люди равные, а теперь будут рабы и господа. Причем рабы – это кто такие? Это люди, которые за людей не считаются. Что можно сделать с рабом? А что угодно. А почему? А потому что вот мы с вами воевали, вы из другого племени, и вы меня победили. А произвести может один человек только на то, чтобы прокормить одного человека. Пока такие средства производства. Значит, из нас двоих кто-то должен умереть, вы или я. Не, ну если я экзаменатор, то вроде как вы. А если вы меня победили тогда, когда велись войны между племенами, то, по-моему, я должен умереть. Правильно? И все. Ну вот развились производительные силы, и уже один человек может прокормить двоих. Вот только вы надо мной меч, так сказать, занесли. Я говорю, ну это вы мне всегда голову можете отрубить. Давайте поговорим сначала, напоследок. Можно поговорить? Давайте вот, какой смысл сейчас вы? Ну, меня заколите. Во-первых, я еще не факт, что менее грамотный, чем вы. Или менее, так сказать, способный. Потому что рабы ведь не обязательно были хуже, чем рабовладельцы, правда? Ну, проиграли. Я проиграл. Вы меня сейчас приняли, но раньше в плен брать бессмысленно было. В плены не брали. Что значит в плен? Это надо кормить. Так это что, вам умереть, а пленных кормить? Это исключено. Значит, плененных убивали, и все. А сейчас другая ситуация. Давайте я буду работать. Вы что делаете? Вам виноград нужен? Вино будете пить? Ну, давайте я буду собирать виноград, вы будете пить вино. А я буду жить. Ну, если уж вам так хочется, вы всегда успеете меня заколоть. Что у вас приспичило сегодня меня заколоть? Ну, что вот сегодня вас приспичило меня заколоть? Ну, мне все равно умирать, поэтому я свободно разговариваю с вами. Может, это последний разговор? Ну, если вы человек умный, разумный. Но я считаю, что вот те люди, которые могли бы организовать труд и жить припеваючи, просто дураки, если не закалывать тех людей, которые на них могли работать. Ну, может быть, вас я не убедил, вот его я бы убедил. Он бы человек разумный. Он сказал, ну хорошо, мы посмотрим, там видно будет. Я всегда успею его заколоть, правильно? Если я
поверженный, так сказать, член разгромленного племени, то нет проблем вам меня заколоть. Поэтому можно завтра, можно послезавтра. Давайте поживем недельку, посмотрим. И видите, так хорошо. Я тут у вас еще и вспахано, и засеяно, и все убирается, все. Работы все делаются. Вам построить надо, все строится. Вот сейчас как гастарбайтеров вот так используют. Вам это ничего не напоминает? Раз и гастарбайтеров использовали для этого дела. Ну, это целая революция. Революция в каком смысле? Никакого тут восстания не было. Что, восстание, что ли, было? Восстание рабовладельцев против первобытного коммунизма. Не было никакого восстания. А что было? Ну, а в точном смысле-то, это же не эволюционное развитие. Согласны? Ну, вот, я думаю, что мы о революционном развитии еще поговорим. Об этих революциях поговорим. А я бы хотел посвятить вот эту вторую лекцию сегодняшнюю вопросу об эволюции. Гайдар даже целую книгу написал «Государство и эволюция». Наверное, так, намекал на Ленина. Эволюция. Вот давайте займемся эволюционным развитием. Как вы считаете, ему уделяется внимание или нет? Достаточное. Вообще не уделяется ему внимания. Вот если разговаривать, то сразу у нас сейчас гигантский разворот научно-технической революции. Это вот говорят, пишут. Вы верите в это? Не особо. Не особо, но верите. Но вы. Ну давайте подумаем. Значит, скажите, пожалуйста, в каком состоянии находится развитие нашего производства в России? В состоянии расцвета или угасания? Значит, если промышленность угасает, это гигантский разворот научно-технической революции. Да? Я правильно понял? То есть, если, допустим, вы лежите в больнице, тяжелый случай, не приходите в сознание, приходят родственники, а я врач, лечащий, так я вас лечу. Здорово. В порошках к ним дела. Ну, просто вот и душевный, и физический подъем. Я просто даже не хочу давать с ним встречаться, потому что он от радости может у него сердце остановиться, как он вас увидит. Он прыгает по всей палате. А потом вместо врача прислали в синем халате человека. Его спрашивают, а вы какой врач? Я не врач, я столяр. Нет, я плотник. Вся экономическая литература забита рассуждениями о том, что сейчас гигантский разворот научно-технической революции. Гигантский. Ну хорошо, оставим в покое Россию. Какой рост примерно, рост производительности труда сейчас в мире, в таких крупных, промышленно развитых странах? Какой? Ну сколько процентов? 3, 5. Где это увидели 5? Назовите страну, где увидели 5. Производительность труда. Не объем промышленного производства. Объем-то можно получить, вас надо заставить в 2 раза больше работать, будет в 2 раза больше объем. А производительность труда где вырастает настолько? Вот, скажем, в Китае безразмерно работают и делают всякие там плюшки, игрушки, одноразовые инструменты. И везут сюда, по всему миру. Сколько там часов они работают, эти китайцы? 12, 13? Чтобы сделать этот, вот эти такие. Но там есть очень хорошие вещи в Китае. Но есть так, тяжелый, мелкий, такой мелкий частный труд. В огромном количестве. А куда деться там? 1 300 000 000 человек. Ну, какая производительность труда в целом в Китае? Не знаем. А почему мы не знаем? Потому что узнать невозможно. А почему невозможно? Потому что все наши дорогие журналисты, в том числе выученные у нас в нашем дорогом университете, нам рассказывают, что у нас гигантский разворот научно-технической революции. И уж до того вопроса о том, какой темп производительность труда, вообще дело не доходит. До такой мелочи, как выяснять, какой уровень производительности труда и какие темпы роста, никто не доходит. Правильно? А зачем?
У нас же разворот. Это вам не напоминает развитой социализм? Это те же люди. Тот же подход. Значит, везут гроб, они говорят, таскать вам, не перетаскать. Давайте разберемся, что такое вообще научно-техническая революция. Давайте о революции вообще не будем говорить. Давайте поговорим о прогрессе. Мы договорились об эволюции сейчас поговорить. Ну, эволюция, если эволюционное развитие, значит, раз производительность труда должна расти, она растет? Не знаю. Я не знаю. Я вам честно говорю, не знаю, потому что я вообще кандидат экономических наук. И защитился в 1971 году. Мы раньше, в январе, все экономисты, такая практика была, покупали справочник «Народное хозяйство», этот СССР в цифрах, маленький такой, и уже знали, что в этом году, какой у нас рост. По всем параметрам, по разным отраслям. А чуть позже выходил справочник вот такой толщины. «Народное хозяйство СССР в 1900 таком-то году». И мы тогда его брали, и мы видели, что у нас изменяется в экономике, и как изменяется. В наше время, я не знаю, где эти выходят, какие справочники, я их не вижу. Ничего о них не говорят. Вообще предпочитают не говорить о том, что происходит в экономике. Если вы хотите что-нибудь узнать, то это вы для этого должны отлавливать эти цифры, и вдруг кто-нибудь выболтает. Например, смертность у нас, это бучачок растет или падает? Или это нам не важно? Для нашего государства демократического это такое мелочь, как растет смертность или падает. Если вы об этом и увидите данные, то в виде вот такой маленькой колоночки в газете «Коммерсант». Коммерсанты вообще хотят знать, будет у них рабочая сила вообще-то, или вообще она исчезнет. Колоночка. Может быть, и в российской газете проскочить. У нас с 90-х годов строго смертность превышала рождаемость. Вот на сегодняшний день, по тем данным, которыми я располагаю, а располагаю вот этими колоночками, которые я нахожу в газетках. Потому что по этому серьезному вопросу вы в Думе слышали обсуждение соотношения смертности и рождаемости? Ну как там? Там обсуждают, на какое расстояние отойти надо от дома и покурить. Я вообще враг курения. Сам курил только в детстве, 6 лет. Ну потом уже не курил. Еще один раз курил, когда нужно было кран привезти на стройку. Перекурил Казбек с крановщиком, и он привез. Так что иногда курить и полезно. Но все равно, но одно дело, где, на сколько метров отойти, другое дело смертность и рождаемость в России. Не обсуждаешь. Думаю, нет, не обсуждаешь. А правительство? Ну, правительство, наверное, занято очень важными и вопросами жизни народа. А это важный вопрос жизни народа, человек, когда умрет. Сколько у нас продолжительность жизни мужчин? А? Не надо раскрашивать. Не надо принижать наши успехи. Все, очерняете нашу капиталистическую действительность. Никакие не 58, а 59. Ага. Что, год мало, что ли? Вот тогда вам будет 58. Мы скажем, все, собирайтесь, вот тогда вы поймете, что такое год еще. Сейчас-то вам что, дескать, о, у меня там далеко еще. И вот, а что обсуждают? Обсуждают, с какого возраста и какая будет пенсия. Ну, если у меня, если средняя продолжительность жизни у нас, мужчин в России, 59 лет, а пенсия со скольки сейчас? 60. И говорят, какие-то молчуны эти мужики, молчуны. Мы их спрашиваем, вам какую формулу пенсии? Вот вы умрете в 59 лет, вам какую формулу пенсии с 60? Ну скажи, чего молчите? А он молчит. Ну скажи, а он молчит. Ну ладно, мы его в ВТБ тогда отправим. Это потому что государственный банк. А так мы хотели его в какой-нибудь паевой фонд. Длинные деньги. У него почему длинные? Потому что их деньги все время собирают, а ничего не выплачивают. Нет, женщины выплачивают. А у женщин какой средний возраст? А? Сколько? Не, ну вообще-то очерняете нашу капиталистическую действительность. Вы что делаете-то? Вы что делаете? Не, я не понимаю вообще. Я не за то, чтобы хвалить, но не за то, чтобы очернять.
Вот я социализм вам рассказываю, какие отрицательные тенденции при социализме. Я прихожу к капитализму, а вы начинаете какие... И та, у него и так отрицательных много. Так вы то хорошее, что у него есть, вы хотите это зачернить, так сказать, и не видеть. 78 лет женщины живут. Вот будете как женщины тоже с колясочками бегать на свежем воздухе, и посуду мыть, все стирать, энергично действовать, и будете долго жить. А не будете лежать на диване и смотреть телевизор. Короче говоря, 78 лет. То есть женщины ведут себя. С точки зрения обеспечения финансирования нашей страны в такое сложное время безобразно. Вот мужчины ведут себя хорошо. Все пенсионные деньги мужчин вообще-то можно направить на пенсию женщин. И спокойно повысить пенсию. Потому что когда ходят там эти люди, Дворкович ходит, где взять деньги? А вы куда деваете мужские-то? Мужскую-то пенсию? Нет, я-то получаю, у меня уже больше детей. Но таких, у меня уже как бы... И нету, но я еще есть. Таких-то мало людей. Основные массы-то уже нет. Вот Ельцин, говорят, плохой человек. Я не согласен. Ельцин такую проблему решил. Он проблему мужских пенсий решил полностью. Потому что средний возраст стал, ну, простите, не средний, продолжительность жизни стала 59 лет. Раньше 70 было. Это же великое решение. Он и экологическую проблему решил. Мы сейчас говорили о реакционных тенденциях, а какие прогрессивные вещи. Вот вы, сколько экологов ходило, говорит, надо чистую воду, чистую воду, чистый воздух. Ну, закрыли заводы, сейчас чистая вода и чистый воздух. Красота. А вот дымили тут в фабрике. Молодец, Ельцин главный эколог страны. Вот это же эволюционное развитие, это же постепенно. И вот постепенно я вам докладываю об успехах капиталистической России за 24 года. За 24 года капиталистическая Россия снова подошла к такой точке, когда... Ну, она не подошла к такой точке, чтобы рождаемость превышала смертность, а вот так вот где-то тут на уровне ошибки в расчетах. Баш на баш. Но все равно об этом не говорят, потому что если это об этом вам сказать... Народу, если сказать, народ же скажет, а почему не превышает рождаемость смерти? И действительно ему станет непонятно. И что ответят на это дело? Ну, конечно, надо тогда что-то делать. Ну, надо, наверное, меры предпринимать соответствующие. Например, не делать коляски детские по цене автомобилей. Вот, скажем, в то же советское время детская вся одежда и обувь была ровно в два раза дешевле, чем взрослые. Ну, вот у меня сын такого же размера у него, скажем, нога уже стала. Я ему ботинки покупаю по цене в два раза меньше, чем себе. А сейчас наступили светлые времена. Сейчас вам объяснят, что дети – это наше богатство. А раз богатство, то вот должны по большой цене купить ему одежду, по любой, потому что не надо экономить на детях. Правильно? На себе экономьте. А на детях не экономьте. И на лекарствах не надо экономить. Поэтому платите этим самым. Фармацевтам, видимо, невидимо, потому что здоровье бесценно. Вам объяснять. Сначала по радио объяснят, как вас вылечить, он говорит, здоровье бесценно. На всякий случай, чтобы вы не вступали в ненужный разговор насчет того, что слишком высокая цена на пирамидон. Здоровье бесценно. Что, умереть хотите? Идите и берите по этой цене, по какой пока продаем, а то вообще не приведем. Думаете, зачем столько аптек открыто? Как шагнешь аптека? Как же? Это же главный сейчас источник собирания денег с населения. Только за один перевод название с русского на иностранное уже платить надо в 10 раз больше. Не заметили? Есть даже таблица перевода. Что вот если вы это купите вот с русским названием, это будет вот столько. А если с иностранным названием, то же самое. То же самое, в 10 раз дороже. Ну, если дороже, наверное, лучше. У нас есть такие экономисты, которые знают, что если дороже, то лучше. Что я для своего здоровья, что не могу потратить деньги? Вы применяете крем Коррега? Нет? Однажды я обедала с друзьями, и у меня сместился процесс. Как мне было стыдно. А вам не стыдно такую рекламу давать по телевидению? Почему должно быть человеку стыдно? Что такое он сделал плохого? А вот вам не стыдно, что вы не носите протез, и у вас нет крема Коррега.
А кардиомагнил вы принимаете каждый день? Нет. Из-за вас доход этих фармацевтических компаний упал. Катастрофа. Не катастрофа, это вредительское по отношению к фармацевтическим компаниям ваша деятельность. Вот из-за таких людей у нас рушатся компании. Причем иностранные. Так вот, давайте разбираться, значит, если это экономическое развитие, эволюционное, то должна расти производительность труда. Должна, ну, хоть потихонечку повышаться продолжительность жизни, да? Теперь скажите, пожалуйста, ну, хоть потихонечку должно быть улучшение потребления? Должно быть? А что такое инфляция? Это что означает, что я больше и больше ем каждый день или все меньше и меньше? Что такое инфляция? Как ее определить как экономическое явление? Дайте определение. Инфляция – это повышение цен на все продукты, на все товары, кроме товара рабочей силы. Так? То есть вы продаете все по прежней цене свою рабочую силу. Сколько вам платили, столько и платят номинально. А цены все пошли вверх. В результате, если у нас, как говорит товарищ Улюкаев, экономист наш, либеральный, министр экономического развития, который вообще не нужен, такой министр, вообще. Вот если его закрыть, вздохнет Россия. Хорошо. Потому что он ничего не делает. Он только рассказывает сказки. Что вот мы прогнозируем снижение инфляции, мы принимаем... Никаких мер они по снижению не принимают, они принимают меры по снижению, по удушению нашей экономики. Это сегодня очевидно, ну, не только, там, скажем, олигархам, которые хоть мало мальчики, но экономикой занимаются, это вообще почти всем очевидно. То есть если ключевая ставка сегодня Центрального банка, вот эти наши либералы установили, 14%, и если коммерческие банки накидывают еще 10%, а выдают только коммерческие банки кредиты, а Центробанк ничего никому не выдает, ни лицам физическим, ни юридическим, значит, под 25% возьмете? Вы вообще-то привыкли к микрофинансированию. Видите, это до зарплаты, там, до пенсии, до стипендий. Микрофинансирование сколько процентов годовых? 1%. Что? Насколько я там смотрел, ну, в смысле, я не занимал, просто 1%. Не понял. Сколько процентов микрофинансирования типичное? Ну, 1% в день. Не надо в день, мне лучше годовых, расскажите мне. Что у меня, дяди, пугайте? Сколько? 365. Значит, я вам докладываю. Почта недавно, Почта России отказалась заниматься этим самым, вот этим микрофинансированием, ну, на почту, через почту это делали некоторые компании. Потому что, говорит, больше чем под 80% мы не будем, это вообще порочит нашу почту. И отказалась. А кредиты... микрофинансирование. Если вы пересчитаете на процент годовых, 2000, сплошь и рядом. Поинтересуйтесь. Придите и прикиньте с дурачком и спросите, да, ну, в день я понимаю, а сколько я вот никак не рассчитаю, сколько на год получается процент? Вот если на год у вас возьму. 2000%. Это пауки, вот удавки, так сказать, для наших, для людей. Но это микрофинансирование не касается нашего производства. Это удушает людей. Вот у вас тяжелое положение, стипендии вам дать, и вы мне начнете денежки при. А вам тоже трудно ведь, да? Трудно. Приходите. Ничего не надо, только паспорт. А если вы не отдадите, мы просто заберем вашу квартиру. И будем вас вечно любить, потому что как не любить таких людей, которые дали нам такую хорошую квартиру? Ничего не надо, кроме паспорта. Там же прописка есть, там адрес есть, все. А есть еще коллекторские фирмы, которые будут вам звонить и говорить, как вам не стыдно. А мы придем и сожжем ваш дом. Нет, это не обязательно, это прямо звонят, это так говорят. Но смысл такой. А дети у вас есть? А внуки? Значит, эволюция. И что получается? Тихо, мирно, потребление при постоянных доходах все ниже и ниже. Но это имеет положительное же значение. То, чтобы вам это стимулировать, чтобы вы больше работали. А что значит больше работали? Вы же не имеете, так сказать,
машины, станки, оборудование. Вы же не повышаете производительность труда, а вы что можете делать? Вы можете повысить интенсивность труда. Быстрее работать. Давай. Вот так вы делали, а ты вот можете вот так? Вот так. Чем больше интенсивность, тем что? Больше производительность? Нет. Потому что производительность падает при этом. Потому что производительность означает при одних и тех же затрат труда больше производительность. А если затраты труда на единицу продукции увеличиваются, то чем больше вы работаете, тем быстрее вы работаете. И чем дольше вы работаете, тем больше вы устаете в единицу времени. Поэтому это негативная тенденция, реакционная тенденция. И она приводит к понижению производительности труда. Вы не знаете, что сейчас сверхурочные работы все больше и больше и больше распространяются? И люди уже не считают. А существует порядок, который могу вам разъяснить, как специалист по праву. Что вот согласно законодательству, Трудовому кодексу, сверхурочных работ сколько может быть в год? А? В год. Какие дня? В год сколько сверхчасов сверхурочных работ разрешено. То есть нельзя вот выше этого заставить работать. Сколько? Может, 60 часов. То вы приукрашиваете нашу действительность. 120. 120 часов в год. При этом в течение 2 дней не более 4 часов. А оплата, вы знаете, какая сверхурочная работа должна быть? Что? 120 до часа, 150. Нет, там больше, там больше. Значит, если вы работаете, получаете зарплату, если сейчас я ваш руководитель, отставляю вас на сверхурочную работу, за первые 2 часа вы получите в 1,5 раза больше. В принципе, получите по закону, если будут делать. Но это по закону-то не делается. Просто вы получаете, вы просто больше работаете и все. Если больше работаете, больше получите. Точно больше получите. 2 раза больше работаете, 2 раза больше получите. 3 раза больше работаете, 3 раза больше получите. 4 раза больше работаете. 4. Хотите, я вам буду 1 000 000 платить? Работать надо будет 20 часов в день. 1 000 000 в день. Макрофинансирование. Вы бы поработали, а мы бы вас погуляли бы на похоронах через месяц. Как раз бы повод хороший. Причем уже заранее уже можно готовиться сразу, потому что все прекрасно понимают, что при такой работе больше месяца не проживешь. А вы, говорит, хоть я и умру, но вспыхну под конец. И с 1 000 000, так сказать, я похожу. Да. Вы тоже хотите? А кто ему платит 1 000 000? Он сам себе платит. Молодец. Что вы этим хотите сказать? Я мысль никакой пока не различил. А может, я сегодня вообще всю ночь не спал, готовился к лекции. И что? От этого что? У меня производительность? У меня вообще нет производительности труда. Знаете почему? Потому что труд – это материальная деятельность по изготовлению материальных благ. А у меня самоосуществление индивида, у Наполеона тоже. Вот Цицерон что говорил. Вы знаете, сколько умных мужей. Молчит, а один говорит, и он хочет, чтобы ему еще за это платили деньги. Не переносите сюда. Здесь другая совершенно ситуация. Вот чиновники, они зарплату получают или жалование? По идее. По идее жалование. Вот если я вот нужный вам чиновник, я возьму шапку. Так, ну вы не хотите, вот если я... Вас устраивает моя работа? Устраивает. Ну вы хотите, чтобы я умер или чтобы я продолжал эту работу? Ну если хотите, чтобы я продолжал, сейчас шапкой пройду, и все будет хорошо. А если вы скажете, нам такая работа не нужна, я шапку пройду, вы туда только эти бумажки бросите, скажете, убирайте вон, и все. Так что мы наплен на другой характер деятельности. И вы думаете, там, если Ленин много работал, он такой страдалец, что ли? Он не страдалец. И Маркс не страдалец. И Энгельс не страдалец. Все великие люди, они не страдальцы. Они великие люди, которые принесли счастье наибольшему количеству людей. А история славит как самого счастливого. Того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Значит, если вы много принесли счастье другим людям, значит, вы счастливый человек. А то, что вы там, при этом, у вас было бы настроение проходит, никого не волнует.
Никого в истории это не волнует, потому что история оценивает по делам. Вы по делам будете или по словам? Или по настроению? Или по сердцебиению оценивать итоги деятельности человека? Возвращаемся к нашим баранам. Значит, что у нас происходит тихо-мирно? Тихо-мирно из наших карманов забирают и забирают денежки. Это не воровство, потому что воровство это прямо надо вот незаметно от вас. А как незаметно? Это все заметно. Вам говорят, уровень инфляции 14%. Сколько заберут за год? 7%. А? 7% дохода. Ну, потому что там получается не прямоугольник, а вот если график нарисуете, будет треугольник. Вот у вас не вот так идет зарплата, реальная, а вот так, вниз. Правильно? И вот этот треугольник, вот его площадь, половина этого прямоугольника. Где высота этого прямоугольника, это вот уровень инфляции. Если 14, значит 7% дохода нет. Если у вас 10 тысяч, 7% от 10 тысяч улетели за год. А если за год у вас 100 тысяч, 1% сколько? 1 тысяча. 7 тысяч забрали. Ну, если 7 тысяч забрали, не согласитесь, немало. Если у вас 1452 стипендия забирает за год у всех, кто и получает доходы, 7 тысяч. И что говорит товарищ Улюкаев по этому поводу? Господин Улюкаев, вы должны привыкнуть к этой экономической реальности. Вы еще не привыкли к этой экономической реальности? Но мы вас приучим к этой экономической реальности. Вот, оказывается, в чем его задача. Он как бы у нас наркоз. Он нас должен усыпить. Дескать, все хорошо с вами. Вы будете просто меньше кушать. У вас не, а вот, девушки, у вас не будет проблем с похудением. У вас даже с раздобрением не будет проблем. Такой проблемы вообще не возникнет никогда. Но если кто распухнет, то только от голода. Возвращаемся. Но это потребление и уровень жизни. А мы сейчас рассматриваем эволюционное развитие. А как вот все-таки возвращаемся к научно-техническому прогрессу? Я не о революции говорю. Прогресс-то есть или нет? Ну, нам рассказали, что революция есть, а мы еще прогресс не нашли. Ну, прогресс есть научно-технический? Да, он есть. Почему, конечно-то? Где вы, в чем он выражается-то? Что такое научно-технический прогресс, вы знаете? Расскажите мне. Что это такое? Это когда по телевизору показывают какие-то машины, да? Это прогресс, если показывают что-то такое. Вот вам показали по телевидению, как уничтожили завод ЗИЛ, на котором было в год выпускалось 200 тысяч автомобилей, а показывают Ледовый дворец на месте ЗИЛа. Это технический прогресс? Технический? Или вот у нас был трамвайно-ремонтный завод, трамвай хороший выпускал на Чугунной улице, его нету 2 года уже. А чего его нету? А никто не заказывал трамваи. Ну, раз никто не заказывал, он прогорел. Ну, раз прогорел, его и нет. Распродали лотами, по кускам. Кому какое здание? Это прогресс? А вы завод Свердлова видели, который станки делал? На набережной Свердловской. На экспорт шли станки. Где завод Свердлова? Есть? Нет? Это, конечно, есть прогресс. Нет, это не прогресс. А что прогресс? Расскажите мне. Не допустим, а вы скажите на самом деле, не то, что я сам могу допустить, а вы мне расскажите, что есть, где. Где? А? Где прогресс? Ну, допустим, тигр, ну, новый тигр, да, новый тигр. Потом сделан на основе, да, технологии, убедили, убедили. И именно потому, что есть такая область, если там не будет прогресса, то нас убьют всех, причем убьют в том числе и председателя Совета Министров и президента страны. Значит, в этой области есть технический прогресс. Но поскольку она связана с гражданскими отраслями, вы, наверное, знаете, какие проблемы испытывает военно-промышленный комплекс. У тех заводов, которые им поставляют комплектующие для военной продукции, они уже умерли. И приходится выкручиваться по-разному. Поэтому, как мы будем говорить, ну это военная продукция, это предметы потребления или истребления? Но мы потребляем только во время войны, их потребляем. Так, и потребляем для уничтожения, так сказать, противника, его объектов и живой силы и так далее. Давайте возьмем промышленность гражданскую. Есть там прогресс? Ну, производительность труда там растет? Ну, особо
Ну вот неправильно. Я вот начинаю рассуждать тоже, вот как вы так вот задумался. Думаю так, если было 10 станков, стоят они уже 40 лет, а одному 50 лет, а третьему 60. Но если будут сокращать производство, выкинут которому 60, выкинут которому 50, оставят станки, которые 40 лет. Так у них выше, значит, вырастет производительность труда. Ну, если выбрасывать самые старые станки, конечно, если новые выбросят, то упадет. А если старые выбросят, ведь производительность труда зависит не от давай-давай, а от совершенства техники, так? Техника у нас совершенствуется? Ну, не особо. Не особо. Но это не особо и выражается понятием эволюционный прогресс. А причем, поскольку мы знаем, что этот всякий прогресс – это вид развития, да? Эволюционный прогресс. Вот есть прогресс, а есть регресс. То есть где-то идет падение производительности, где-то есть рост. Вот вы мне уже назвали, что у оборонной есть даже и рост. Но насчет производительности у меня не доказали. Даже и в оборонной. Производительность там разве выросла? При производстве чего-либо. Что, быстрее стали делать ракеты? Ну да. Не знаю. Подводные лодки, я точно знаю, сколько делается, 10 лет. А что, стали за год их делать? Чуть быстрее стали. Чуть быстрее – это означает эволюционный прогресс. Так, ну а в промышленности, что вы знаете в промышленности, какой прогресс? Вот как у нас со станкостроением сейчас? Станкостроение – важная эта отрасль? Вот смотрите, какое есть деление экономическое. Есть производство предметов потребления. Есть производство средств производства. Что обеспечивает прогресс? Производство предметов потребления или производство средств производства. Производство средств производства, скажем, для производства предметов потребления позволяет увеличить, резко увеличить, наладить быстрое развитие производства предметов потребления. Короче говоря, если мы производим чайники, то можно сделать как? Давайте быстрее делайте чайник. И вы давайте делайте быстрее чайник. И вы тоже делайте чайник. Нечего тут сидеть, просиживать штаны на истории, в этом институте истории. Делайте чайники. Да, все. Вот. Но можно сделать по-другому. Можно сделать машину, которая будет эти чайники вот так вот выбрасывать. Вот это будет прогресс технический. А это вот будет застой. Почему? Потому что это никакой не эволюционный прогресс. Это ручной труд. То есть надо машины совершенствовать для этого. Где вы видели совершенные машины? Где совершенные машины? Расскажите. Ну, хорошие. Так они сколько эти хорошие же стоят-то? Так они хорошие, да старые же. Ну, а когда будут хорошие новые? Откуда будут хорошие новые, как вы думаете, за 20 лет после 90-го года, во сколько раз сократилось производство продукции станкостроения? Не насколько, а во сколько? Ну, давайте я вам дам задание для всех. Вот выполните для общества. Сделайте такое. Узнайте, насколько снизился объем продукции станкостроения, насколько понизился уровень производства станков в России с 90 по 2015 год. Может быть, вы нас порадуете, но я думаю, вы нас ужаснете больше всего. Ну вот вы сделаете такую задачу, это на разрешимую задачу, узнайте. Есть для этого интернет, там найдите статистические материалы, и вдруг вы нас порадуете. Я буду очень рад, если вы найдете рост. Продукция машиностроения у нас здорово растет? Машины это. Ну как вы думаете, на чем строится технический прогресс-то? Вообще, в чем выражается технический прогресс? Если просто много машин, умные машины, общие умные сколковые. Вот все, умные, а производительность труда растет или нет? Если производительность труда не растет, то это идет технический прогресс или нет? Нет. Потому что смысл технического прогресса в одном. Что эту же самую работу можно сделать с помощью более современных машин, более современных средств производства за более короткое время. Я правильно излагаю? У кого-то другая точка зрения по этому поводу? Нет. Но у нас есть этот рост производительности. Если вы найдете рост производительности труда, значит есть прогресс. Хоть маленький-то. И не надо преуменьшать его, если он есть. Но не надо его преувеличивать, если его нет. Значит, если есть прогресс, давайте считаем. Потом мы новейшая история же будет. Сейчас мы изучим новейшую историю нашей страны. Самую основу производства.
Какое производство, такое общество. Потому что дальше начинают всем рассказывать. Ну же видите, что с экономикой? Кто будет с вами насчет стипендий разговаривать? Ну что, вы не видите, что вы делаете в экономике? А нам говорят преподавателям. Ну что, вы не видите, что делают в экономике? Что сейчас делают в сфере преподавания? В сфере преподавания стараются меньше преподавать. А преподавателям больше нагрузки за ту же зарплату. Если вот есть такое указание, указ Владимира Владимировича повысить преподавателям вузов зарплату вдвое. Это первое положение. Второе положение. Никаких денег государство на это не выделяет. И не собирается пока выделять. Второе положение. Спрашивается, как выполнить, решите такую задачу, как выполнить эту задачу. Да, сократить наполовину, и те, которые остались, видите, меня не сократили. Надо, чтобы просто я в два раза больше читал лекции. Вот оно, решение-то. А производительность вырастет, я производительным трудом не занимаюсь. И все. Еще что нужно сделать? Вы раньше 5 лет учились, я в прошлом году еще читал на 5-м курсе философию истории. Серьезный курс. Ну, серьезный курс. На 5-м курсе люди изучают философию истории. Думаете, кто-то его не любил или отменял? Нет. А просто бакалавры стали. Вы же бакалавры. Ну, пока это как бы похвально звучит. Но это что значит? Вот отрезать вот вам курс один, когда вы должны были делать диплом с научным руководителем. И будете учиться. Это будете, у вас будет государство содержать не 5 лет, платить там преподавателям, здания, сооружения, все это тратить, а всего 4 года. Вообще-то надо бы 3. Сейчас ведь время надо на чем сэкономить. Сейчас же пришел такой у нас министр Ливан. Да и министерство у нас такое хорошее, которое уже и Академия наук решила. Что там они там делают, эти академики? Надо сделать ФАНА. Название соответствующее. А ФАНА знаете, что такое? Не знаете ФАНА? ФАНА – это Федеральное агентство научных организаций. Отобрали все институты Академии наук. Дескать, вы давайте, вы тоже можете обсуждать, сейчас у вас сессия всех академиков, а когда вам нужно будет бумагу для того, чтобы что-то распечатать, придете в ФАНА и попросите. А ФАНА возглавляет замминистра финансов. Ну какая задача перед министром финансов? Скажите, пожалуйста. Вот если я был бы министром финансов, спросите, есть у нас деньги на это, вот на это? На что бы вы не спросили? Спросите меня. Денег нет. Универсальный ответ. Да специально тренируют людей. Нету денег. Кто может решить вопрос, надо на это вот, на это исследование деньги или нет? Ученый или чиновник, который ничего в этом не понимает? Вот давайте, я ничего не понимаю в химии. Меня поставьте решать вопрос о том, финансируют мне химические исследования или нет. Я думаю, не надо их финансировать. Надо философию финансировать. Ну, историю еще. Правда? Ну, надо все-таки... Я вот все агитирую, чтобы дверь-то на 3-м этаже открыли, наконец, между нами, чтобы ходить можно было, соединять. А то, говорят, университет. Университет – это когда единый вуз. Какой же единый, когда там ключ? В прошлый раз вот я был, открыли. Вот я думаю, надо же, хотел пойти к товарищу Даудову порадоваться его. Только я сунулся второй раз, опять закрыли. Думаю, ну, вот это ненадолго. Вот вы не забыли задание, да? Нет. Вот в следующий раз расскажите нам, как у нас идет бурный взлет идет технического прогресса. Это я еще не развитие промышленности говорю, а просто самое. Вот техника, она ведь ни для чего больше не нужна, согласитесь. Мы же технику не едим. Вот скажем, если мы едим пельмени, то надо производить технику для производства пельменей. Если мы едим колбасу, так надо производить технику для производства колбасы. Сосиски у нас ведь выстреливают вот так. И этой машине, конечно, все равно, что туда закладывать. Если вы туда мясо закладываете, здесь мясо будет. Если вы туда сою, из сои будет вылетать, бочит быстро. Ну, производительность труда растет или нет? Вот как-то получается, так люди пишут гигантский разворот. Я даже чувствую себя иногда не по себе. Вроде я и профессор по кафедре экономики и права. Я-то знаю, что не сильно растет. Но мне даже как-то и неудобно. Все считают, что разворот один, я ретроград. Считаю, что нету. Правда, вот академик Островитинов выступал, Богомолов тоже выступал, тоже говорили, что нет никакого такого бурного роста производительности труда нет. Я знаю, что вот
ну, последних данных не имею, но в Соединенных Штатах Америки у них было превышение над производительностью труда в Европе. В Европе 2% рост производительности труда, а в Америке 4%. Если вот в Америке 4%, а в Европе 2%, то США может спокойно курс доллара понизить и на 1%, а не на 2%. И тогда, или наполовину. И тогда она завоевывает рынок и при этом будет получать дополнительную прибыль. Потому что для завоевания рынка, как это говорят, нужно ослабление. Денежная единица совсем не ослабляется. Что значит слабая, сильная – это ерунда. Денежная единица нужна для того, чтобы решать вот, в том числе проблемы завоевания рынка. Как только вы понизили покупательную способность своей денежной единицы, все ваши товары, идущие на экспорт, стали дешевле на всех мировых рынках. Вы захватываете рынок. Вы хотите, чтобы захватывался рынок? Или вы хотите, чтобы наши рынки захватывали другие государства? Вот на сегодняшний день сейчас захватывает наш рынок плохо, потому что если выросла покупательная способность доллара и евро, то все иностранные продукты у нас резко подорожали. А все отечественные продукты, они заодно тоже их повышают цену, но не в такой степени. А где тогда технический прогресс, спрашивается? И вот на фоне того, что нету этого технического прогресса или мало, тогда возникает уже мысль о том, что раз его нету, значит, надо говорить не о прогрессе. О чем? А? Нет, надо говорить о революции. Если говорить о революции, все и забудут, что и прогресса-то нету. А революция звучит же. Вот вы слышали такое понятие научно-технической революции? Это не наша главная тема. У нас там тема социальной революции, правда? Но научно-техническую революцию слышали, да? Это крупная идея. У крупных идей должен быть автор. Кто автор? Ну как вот Пифагор, теорема Пифагорова. Пифагоровы штаны во все стороны равны. Пифагор. А это крупная идея, нет автора. Вот у развитого социализма нет идеи, нет автора. Кто эту ерунду придумал? Ну кто придумал НТР? Гигантский разворот. Кто? Не вы? Нет? Не вы, да? Отказываетесь. Ну, правильно, вы отказываетесь. Но кто придумал? Не, ну, может быть, науки, ну как, вот Фейерштрасс придумал теорему Фейерштрасса, Лагранж, Ньютон, ньютоновскую физику, Эйнштейн, теория относительности. Ну как, везде, вот в науке как принято? Кто-то, если какая-то крупная идея, правда, в последнее время появилось такое понятие парадигма. Это когда одно и то же повторяют люди, не соображая, что повторяют. Большая догма, к которой все присоединяются, не задумываясь. Парадигма. У вас какая парадигма? Я говорю, у меня не парадигма, у меня своя голова на плечах. Зачем мне парадигма? У вас есть парадигма? Как вы без парадигмы-то живете? А, вот у вас вот к чему вы прислоняете, это как бы вот эта парадигма у вас. Вы же прислоняетесь, это я не могу прислониться. Вот если встану сюда, у меня будет эта парадигма. Все сообща прислоняются к тому, что никем не доказано. Вот эта вот парадигма научно-технической революции именно такой имеет характер. Вот товарищ не может мне сказать, есть производительность труда или нет, а революция, в общем, все пишут, что есть. Ну, как-то приятно, да, научно-техническая. У нас революции-то цветные стали, раньше черно-белые были. Ну, цветные-то революции красивее же, чем черно-белые, правильно? Кто, вы против цветных фильмов? Нет. И я не против. Поэтому чего раньше звучали какие-то революции не цветные, а сейчас цветные. Вот и тут революция, научно-технический разворот. Гигантский причем. А в чем гигантизм-то в чем? А гигантский скачок есть производительность? Нет, говорит, все отлично, только вот нет роста производительности труда. Знаете, вот пожарный, как рассказывает про свою работу, говорит, вот устроился на работу. Ну как работа? Работа неплохая. Но как пожар, так хоть уходи. Так и здесь, разворот есть, но производительность труда только не растет. А так вот, разворот, и гигантский, и революция. Помните, как Маяковский говорил, слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье. То есть можно зудеть, кричать, болтать, говорить, звенеть. А скажите, пожалуйста, когда стали говорить о научно-технической революции? Когда росли темпы роста производительности труда или когда они перестали расти? Вот. Раз перестают расти темпы производительности труда, надо делать, решиться. Или начать обновлять технику,
создавать новые заводы, так накапливать значительную часть прибавочного продукта и направлять в производство. Или начать много писать о научной технической революции. Что дешевле? Писать. Писать будем. У нас вот даже два факультета из журналистики. Был есть факультет журналистики и каких-то информационных технологий, и коммуникаций каких-то, коммуникаций. Вот если мы с вами разговариваем, это коммуникация? Ну вот, видимо, вот об этом думают они сейчас. Вот надо журналистов больше увеличить, и тогда не обязательно больше машин. Правда? И пусть они расскажут у нас про это все. Значит, а здоровье у нас укрепляется? Народа? Вот если научно-техническая революция, это техника, это работники управляют, да? Что, а больные работники больше сделают продукции? Наверное, им говорят, что ну вас вылечить мы не можем, вы постарайтесь больше работать. Ну, по крайней мере, на остаток жизни-то потратьте на общество. Потому что жить вам осталось немного уже. Ну вот если мы возьмем... Знаете, что делают с оценкой условий труда? Раньше, до 2013 года, недалеко я зашел в историю, до 2013 года условия труда оценивались так. Ну, для того, чтобы определить, вредные, опасные условия, тяжелый труд там, тяжелый труд в особо вредных условиях и так далее. Что делали? Измеряли все. Температуру замеряли градусниками. Замеряли влажность соответствующим прибором. Шум замеряли. Освещенность, запыленность, загазованность. Вибрация и уровень. Потому что вибрационная болезнь может быть от этих всяких гайковертов, когда у вас будут болеть суставы и не сможете от этого освободиться. Или отвисание внутренности может быть, если вы на бульдозере работаете много. Значит, надо это все замерять. Сейчас нет, не надо, с 13-го года не надо. Надо собрать комиссию, представитель работодателя, представитель профсоюза и работник. Вот мы два, это будет треугольник, два угла тупых. Значит, мы будем замерять ваши условия труда. И не надо нам рассказывать, что у вас плохие они. Мы видим, что вы просто наслаждаетесь. Тут вот у вас, во-первых, если это горячий цех, значит, вам тепло. Логично? Если пыли много и много ядовитых газов, значит, бактерии тут подохли уже. У вас дезинфекция идет постоянная. Что вам еще не нравится? Освещенность? Ну, не надо на яркий свет смотреть. Это вредно для глаз. Еще какие у вас проблемы? Вроде уже и нет проблем, правильно? Ну, давайте подпишите, что вот это. Состоялась специальная оценка труда. Вот у нас в философии существует субъективный идеализм. Мы с вами об этом говорили. Вот субъективный идеализм пришел, наконец, в практику современной России. Теперь три человека, двое из которых заинтересованы, потому что нынешние председатели профкомов, как правило, стоят на позициях, не надо ссориться с работодателем, как правило. Значит, поэтому пришел сюда субъективный идеализм. Ничего не меряется. А зачем мерить? Экономия-то колоссальная. Ни приборов, ни комиссий соответствующих, ничего не надо. Приходите, описывайте и все. А потом, когда оценят ваши, что у вас хорошие условия труда, у вас раз, 5 дней из отпуска убрали, приплату за опасный и вредный труд убрали. То есть, если вы раньше на пенсию выходили на 10 лет раньше, вы по-прежнему на 10 лет раньше умрете, только выходить на пенсию будете в аккурат, как раз, когда останется до смерти 1 месяц. Вот что происходит. И нам в это время рассказывают про гигантский разворот научно-технической революции, в то время как совершается вот это вот действие, которое состоит в так называемой специальной оценке условий труда. СОУТ. СОУТ это называется. Сейчас происходит. Но те люди, которые изучают, так сказать, объективные тенденции, негативные, они, так сказать, смотрят те и другие. А вообще в мире прогресс идет технически? Идет. А у нас есть хорошие очень станки? Есть. Но если я вам не заказываю, если государство не заказывает станки, дескать, пусть рынок решит. А как рынок решит? Мне нужно
Вот, скажем, известно, что вот эти вот лампы, это старое поколение, здесь свечение идет через ртутные пары. Вот когда они их снимают, эти лампы, если они расколются, их куда выбрасывают? В помойку. А ртуть, как известно, она не разлагается. Это яд, который будет потом обнаруживаться везде, в том числе в материнском молоке. Есть уже давно светодиодные лампы. Вот они на самом деле энергосберегающие. Есть лампы деньгосберегающие. Это вот обычная лампа накаливания. Это деньгосберегающие, стоит 3 рубля. А если светодиодную вы купите, она будет стоить 250 рублей сейчас. Но светодиодная лампа не содержит никакой ртути. И там идет преобразование электричества прямо в свет. А во всех вот этих лампах и в лампах с накаливанием, вот в этих лампах идет нагревание, и нагретое, так сказать, или металл, вольфрам, или вот нагретый газ светится. А в светодиодных лампах светятся просто, так сказать, вот диоды, эти светодиоды дают свечение. Значит, на железной дороге уже сделали светодиодное освещение. Кроме там, скажем, таких мест, как Белоостров, там повесили, все посрезали. Все, наверное, на даче внесли. Те люди, у которых в порядке исключения есть недостатки. Они взяли, поставили там стульчики или лесенки, и все посрезали, и где-то все в сарае, у них там очень светло. Значит, экономия такая. Лампа, которая потребляет 5 ватт, светит как 50. А вот это вот, или вот другие тут, как палки, или витые вот такие закорючки, это двух американских фирм Philips и General Electric. Это барахло, которое они сбывают на наш рынок сейчас, потому что сами они все переходят на светодиоды. Потому что экономия электричества колоссальная. На порядок больше вот светодиодные лампы, чем вот эти лампы накаливания. А эти еще и вредные. Ну, можно показывать эти вот с завитушками. Это барахло, которое нам привозят из Америки, которое у нас выкидывают в обычную помойку, а там ртуть. Чем это кончается? Ну, вот я сейчас вам расскажу, как людям молодым. Зайдите во двор нашего университета, и там увидите руины. Это что? Институт физики написано. Вот в этом институте физики... Там, кстати, был комитет комсомола университетский. Мы туда ходили, там знали. Ну, институт физики там был, аудитории. Потом там какой-то небольшой ремонт стали делать, как открыли полы. И там оказались, так сказать, прямо эти лужи ртути. За годы, так сказать, это же старый, так сказать, университет у нас. Мы вообще старый университет считается в России. Поэтому его закрыли, эту ртуть пытались как-то там, значит, собирать. И так вот это он стоит, ничего с ним не сделали. У нас, наверное, денег нет в университете, потому что мало собирается студентов денег. Родителей. Мало. Наверное, больше будут собирать. Ну, что-то вот. Нас раскачивают, а вот там стоит вот такое барахло. Так вот, там эта ртуть скапливалась. Так у нас по всей стране идет это дело. General Electric и Philips нам сюда сбрасывают и сбрасывают и сбрасывают эти лампы с ртутью. И у нас исправно, вот пройдите по философскому факультету, он же институт теперь. Там везде эти самые лампы стоят. Уже не такие длинные, это старые советские лампы, а вот такие вот закрученные или палочками. Вставленные и вкрученные. И людям говорят, что если это сберегают, чего не сберегать? Здоровье надо сберегать. Тем более, что светодиодные лампы сберегают гораздо, точно больше, чем вдвое, экономичнее, чем вот эти. Или чем вот эти, вот филипсовские, или где производят? И в Англии производят. И в Китае, и у нас на Светлане производят. Но чтобы производить дешевые для населения, что нужно? Когда будет дешевая лампа? Ну, когда их будет не 20 штук, не 200, а сколько? Когда будет миллион. Ну, так, а если 100 миллионов будет, вот тогда они будут дешевые. Но для этого надо за каждое сделать государство. А государство говорит, мы уходим из экономики. А куда вы уходите? Куда вы уходите? А мы уходим... Первые числа января мы уезжаем кататься на лыжах. Куда мы уходим? Ну, куда они уходят из экономики? Из экономики невозможно же уйти. Люди-то не уходят из экономики, а государство уходит.
А государство даже должно работать на кого? Ну, хотя бы на классовый пусть работает. А класс этот сбагривает миллиарды, так сказать, куда-то в другие страны. Нам же известно, сколько утекает миллиардов в офшоры. То есть вот если мы рассмотрим там эволюцию, то в ходе эволюции мы увидим, есть, конечно, положительные тенденции. Значит, у нас есть и производство вычислительных машин, и производство приборов в малых масштабах. Почему в малых? Ну, не заказывают много. Государство. Сейчас какая работа идет? На свободный рынок или на заказ в мире? Ну вот я делаю подводные лодки. Я сделал подводную лодку, вышел к Василию Островской, в газету завернул, принес. Кому подводная лодка атомная? Поедете на отдых безопасно, никаких пиратов на вас. Все государства вас будут уважать, потому что у вас тут 15 атомных боеголовок. Берите лодку. Никто не берет. Говорит, ну вы дайте по 3 рубля. Нет, по 3 рубля не отдам. Вы что? Такое дело. 10 лет делали. Я унес домой, завтра принесу. Опять не берут. Ну так что ли сейчас мы торгуем? Ну это же не корзины, это же не морковка, не капуста. Это 10 лет надо... Кто это может выдержать? Или очень крупная монополия, или непосредственно государство, что и называется государственным монополистическим капитализмом. Мы вам сделаем заказ и будем вас финансировать, а вы это время будете делать. И мы все время будем финансировать, а вы будете все время это делать. Наконец вы сделаете, если вы будете плохо делать, не будем финансировать, правильно? Или, ну вот Владимир Владимирович поехал в Малайзию продавать наши самолеты. Что он сам с собой везет, значит, он летит на своем самолете, еще 100 самолетов-истребителей за ним летят. Так что ли? Он их там поставил, может, кто купит в Малайзии. Так что ли вообще? Это так представляет, наверное, Улюкаев, эту нашу всю картину. Но на самом деле, Владимир Владимирович, вы, говорит, на салоне были авиационном? Видели наш самолет? Су. А МиГ видели? Сколько вам таких самолетов? Я говорю, 100. 100? Пожалуйста. Давайте на 50 самолетов деньги, как мы им поставим первые 50 самолетов. Потом, как только вы, так сказать, поставим, даете вторую половину денег, и мы вам ставим, поставляем еще 50 самолетов. Идет? Идет. Так, я-то подписывать не буду, вот у меня есть договор, подписывайте. Кто-нибудь из правительства, вот вы будете договор подписывать. Все подписали. Пошло производство. Или в Индию приехал Владимир Владимирович. Что вам надо? Танки. Хорошо. Мы им сделали авианосец? В России есть авианосец? 101. Нет у нас авианосца. У нас авианосный крейсер есть. А Индии мы сделали. Почему? Потому что когда разделяли Советский Союз на куски, Индии отошел недостроенный наш авианосец. И вот... А? Но в итоге его продали индейцам. Они его назвали Викрамадитя. Прислали к нам, говорит, давайте, сделайте нам из него авианосец. Достройте его. Мы говорим, пожалуйста. Начали достраивать. Она говорит, не пойдет вот этот материал, дайте другой материал. Пожалуйста. Сделали другой материал, он сразу стал портиться. На ходовых испытаниях показал отрицательные результаты. Ладно, говорит, сделайте свой материал, какой у вас там был. Хорошо. Мы сделали, все нормально. Сейчас сдали им, отправили. Деньги получили. Ну что вы думаете, мы им строили авианосец вот за так? Нет, мы... Заказ, договоры. Пожалуйста, это же несколько лет строится. Индийцы запросили танки. Пожалуйста, танки. К вам какие? Прыгающие или летающие? Пожалуйста, танки. Т-90. Красота. Только, говорит, мы хотим сами собирать. Ну, хорошо. Мы вам комплекты поставим. Подписали. Ну как подписали? Давайте деньги, и мы вам начнем поставлять. Половина. Поставили половину, дайте еще деньги, вторую половину. Поставили им комплекты танков, из которых они играли в детстве в эти... собирать модели, да? И стали в Индии собирать модели. Собирали, собирали, собрали. Отличные получились танки, только не ездят и не стреляют. Индийцы говорят, а не можете забрать эти танки, разобрать? И сделать из них такие танки, которые ездят и стреляют. Мы говорим, боже, давайте деньги. Это похоже на рынок старый? Да нет, конечно. Но если не даете денег, нет заказа, нет ни производства.
Ну, если нет производства заказов на светодиоды государственные, будет светодиодное у нас освещение? Будете китайские покупать за 250, английские за 300 и так далее. А наше, которое могло бы тоже гроши стоить, но при большой серии. Ну, вы же понимаете, если мы делаем 3 или 5 самолетов гражданских в год, какая у них стоимость? Это ужас вручную. Но если мы заказали Боинги и Аэробусы, то у нас есть еще на сумму такая же, на второй раз. Ладно, еще закажем столько же российских. Бывает такое? Но если я купил все деньги на капусту и ставил, значит, на морковку-то у меня денег нет. А если на морковку-то, на капусту нет. Но если я воспользовался тем, что у нас была авария, и у нас хоккейная команда попала в аварию, сказать, больше не закупаем отечественные самолеты. А что, только отечественные вот падают? Отечественные меньше падают, чем иностранные. Вот только что упал Аэробус. Боинги сбивают. Ну, будут Боинги летать, Боинги будут сбивать. Какие Боинги у нас закупают? Сначала они летают в Америке, потом они 15 лет, год-полтора. Потом они летают в Америке 15 лет. Потом покупают наши предприниматели. У нас здесь много разных фирм. И полетели. Да как, доколе они летают? Пока не упадут. А если упадут, миллион вам. Подумаешь, миллион. Это сколько они налетали, что можно миллион заплатить, если упадет. Сейчас, вы думаете, какой упал? Новый самолет или старый? Не обратили внимания? Старье. Ну, старье, старое. Вы представляете, вот автомобиль. Ну, кто-нибудь, у кого-нибудь есть? Кто-нибудь знает, что такое автомобиль? Сколько вот служит автомобиль легковой? Сколько лет? Ну, потом его стараются продать. Ну, сколько лет? Ну, 5, да? А самолет? А самолет у него там условия, он же в воздухе. Ну, вы же знаете, какие там перегрузки? Какие там вибрации, все. Я последний раз на Ил-135 летел. Вот захожу там, и там все, это все. Заклепочки, видики, все дрожит. Думаю, долечу, не долечу. Ехал я в Самару со скоростью 1400 рублей в час. 2 часа. Больше нет таких самолетов. Уже все, наверное, уже больше их не выпускают, потому что хоть и они не упали, но уже понимают, что дальше уже все. Уже надо что-то делать, это закупать. Это будет революция? Нет, это будет эволюция. И у нас об этой эволюции разговору нет. Я вот целую лекцию поставил про эволюцию. Думаю, ну что-то надо хоть сказать. Что так обижает эту эволюцию? Вообще-то все историческое развитие в основном-то идет. Если там время взять, ну там ну, 4 революции мы с вами насчитали, а все остальное это эволюция. Так мы же все, вот историки, мы будем в основном эволюцию изучать, ну и еще и будем, конечно, революцию, но в основном-то эволюцию, и за что мы так ее не любим? Да вся наша жизнь эволюционная. Что у вас революционно были в жизни? Вот вы родились, это революция, да. Были в животе, а теперь вы на воле. Это революция. А еще чего? Как сейчас ходили на ногах, так и будете на ногах. Никто не планирует на бровях ходить. Это будет уже не эволюция. У вас какая революция планируется у вас? Даже замуж выйти, это никакая не революция. Ну, что это такое революционное? Можно менять фамилию, можно не менять. У меня уже, наверное, другая фамилия. Это даже как-то и так и смотрится хорошо. Мы вроде как так случайно встречаемся. Правда, у нас 5 внуков и 2 детей. Но некоторые думают, что это вот у меня жена имеет фамилию Алексеев, она думала, Алексеева у нас философия не была, а как-то научного коммунизма. Все думали, что это моя жена. Ну какие там, это что, какая-то говорю, вот родить ребенка, это вот похоже на революцию, правда? Ну, это вам, у вас-то не будет революции, что смотрите? Вот у них будет революция, у вас-то чего? Они жить потом будут дольше. А вы все это эволюция, 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 видите, куда идет дело? Чего хорошего мало. А тут вроде и мучаются женщины, но тем не менее они живут, потом живут долго. А потом родят 3-го ребенка, вот у меня дочка родила в 40 лет. И помолодела на 10 лет, вот я просто наблюдаю, как отец. Так уже у нас, знаете, 40 лет, уже все, уже дети взрослые, вдруг раз... И опять такой, мама, мама,
Ну все. Цветет? Красота. Нам в газету писали, в «Народную правду», из деревни, что, говорит, три вида есть паразитов. Ну, паразиты только у один ребенок, вот эти паразиты. Потому что население России, чтобы не падало, это тоже эволюция, да? Нужно иметь 2,4 ребенка в семье. Но 0,4 не рождается, никто не будет оспаривать. Значит, надо 3 иметь. Значит, поэтому кто имеет одного ребенка паразит, тот имеет 2 детей полупаразит. Не паразит только, кто имеет 3 детей. Вот. Надо позаботиться тогда о том, чтобы... Говорят, мы вот со 2 ребенка будем давать материнский капитал, насчет 3 не обещаем. Непонятно почему. А потом это, как вы думаете, это материнский капитал, то, что называется материнский капитал? Что, вот вам прям деньги дадут, если вы будете матерью? Нет, это дадут банку, в котором они будут храниться, а он им будет давать в рост, в кредит эти деньги. Да какой ли он будет давать? А когда у вас будет детям 16 лет или 18, они пойдут в ВУЗ и будут деньги в счет оплаты за ВУЗ. Я из этого понял, что и тогда будет платное образование в ВУЗе. Или вы будете строить дом, то есть дом вам не дадут. И жилье не дадут, и квартиру не дадут. Как в Северной Корее говорят, там какой-то тоталитаризм. Всем дают жилье бесплатно, молодым. А у нас не тоталитаризм, у нас не дают. Значит, вы будете получать, не вы-то никогда не будете получать этот капитал. Эти деньги перечислят в счет денег за строительство. Кто будет перечислять? Банк. А вы так и будете стоять с капиталом, который не у вас. И туда они уйдут. И какой процент? Ну, примерно 10%. Цены жилья. 10%. То есть, если я... Столько, есть денег на жилье, то мне еще 10% дадут. Если я женщина, конечно. Мать. 2 детей. А если у меня нет на жилье, то не дадут. Говорят, вот мы дали матерям землю, они не строят. Ну, вы себе представляете, что такое построить дом? Сколько стоит подключить электричество, Борис Николаевич? 300 тысяч. 300 тысяч стоит подключить электричество. Сейчас. Так, дорогие женщины, берите землю, стройте дома, вам поможет государство, но 300 тысяч не даст. Вот из того, что мы с вами рассматриваем, однозначно следует, что вопросы эволюционного развития у нас должны быть непременным объектом исследования, в том числе исторического. Пока мы не замахиваемся на все исследование, но один человек у нас, заложник, есть. Он обещал выяснить насчет, как у нас там с производительностью труда, и он в следующий раз нам доложит. И мы будем знать, как у нас с эволюцией. И тогда будем знать, гигантский у нас разворот или разворот, или заворот. Что у нас вообще происходит? Потому что без этого нельзя понять, что вообще происходит. То есть это вопрос во многом и количественный, правильно? Вот таким мыслям и соображениям мы приходим. Если мы, опираясь на понятие развития, начинаем это развитие рассматривать применительно, ну вот, к той жизни, которая у нас есть в современном буржуазном обществе, которая имеет свои плюсы, а имеет свои минусы. И мы, так сказать, должны видеть и то, и другое. И тенденции прогрессивные, и тенденции реакционные. Есть ко мне вопросы еще? Нету. Ну, в качестве плюса мы немножко раньше заканчиваем. Не может быть у нас хоть какой-то плюс-то должен быть в жизни?